30 января. Отпустить с верой. Девиз «Дай событиям идти своим чередом и положись на Бога» стал для меня огромной поддержкой. Вначале я сопротивлялась этой идее и не видела в ней смысла. Более того, мне казалось, что я стану плохой матерью, если не буду проявлять любовь к сыну и не буду помогать ему в беде. Я чувствовала себя виноватой, если не спасала его от тюрьмы. Однако на собраниях мне постоянно говорили: «Оставайся открытой и непредвзятой». Я этому следовала. Я слушала членов Наранона, которые делились своим опытом, как они сохраняли умиротворение и душевный покой, то, что было так необходимо мне. Их мудрость, сила и надежда вдохновляли меня. Многие рассказывали, что они обрели спокойствие, отпустив свои воли и контроль. На первых порах у меня ничего не получалось. Но постепенно, благодаря тренировке, становилось легче. Я поняла, что не помогаю сыну, а приношу вред, выполняя за него то, что он должен делать сам. Дай событиям идти своим чередом, то есть все отпустить, оказалось для меня легче, чем положиться на Бога. Доверять невидимой силе было особенно трудно, так как я сильно сомневалась, верю ли я в нее. Но когда я отпустила сомнения и ухватилась за веру, я почувствовала чудесное спокойствие. Размышления на сегодня. Моя вера продолжает расти, так как я обнаружила, что когда я отпускаю и полагаюсь на Бога, неразрешимые, казалось бы, проблемы разрешаются самым лучшим, удивительным образом, до которого мне самой никогда бы не додуматься. Цитата. «Если бы мы всегда следовали только логике, будущее стало бы унылым. Ведь в нас есть не только логика. Мы люди. У нас есть вера, надежда и способность развиваться». Жак-Ив Кусто.